بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры. Часто задают вопрос в директе в Инстаграме, но я сам страничку не веду, есть у нас администратор группы, он мне потом говорит, сообщает, что там вопросы есть, но не всегда у меня получается по времени вовремя ответить или просмотреть, поэтому сейчас хотелось ответить на один из вопросов, который задали по поводу развода, талак. Написали вопрос, то, что муж дал жене 3 раза талак, так скажем, тройной талак, как говорят его по-арабски, звучит это талак ас-суласи, тройной талак. И там, я так понял, супруга его написала, то есть я не считаю это за развод, ни сам, ни супруг, ни муж, а именно жена, потому что и приводит далиль, то, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, запретил как бы так давать такие талаки, это как бы игра над религией, как бы издевательство, да, такое есть, то, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, говорил, «Атталябуна би китаби Аллахи ва ана байна дхурикум», что вы играете с книгой Аллаха в тот момент, когда я нахожусь среди вас. Талак ас-сулати, тройной талак, так скажем, когда человек дает жене талак, 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 или 3 талака тебе. По этому вопросу часто приходят даже прихожане в мечеть и спрашивают. То есть один это, можно так сказать, один из основных вопросов, так скажем, прихожан. Потому что, во-первых, это не есть хорошо. Почему? Потому что мужчина, он должен как бы, альхамдулилля, быть терпеливым. Женщина тоже должна быть терпеливой. Чуть-чуть, получается, на сегодняшний день сабра мало у людей, и сразу маленькое взаимопонимание, 3 талака тебе. 3 талака тебе, потом он через 10 минут берется за голову, говорит, что я сказал, пойдем в мечеть, и приходит он, или жена, или сам стесняется прийти, жену отправляет, или друга отправляет, иди у имама, спроси, как и как. Там есть, да, где-то это считается за 3 талака, то считается, в некоторых, так скажем, государствах считают за 3 талака. Если яка, то есть 3 раза, если сказал, ему уже нет талак, антиталик салях, или алейк талак салях, ау талак, 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 то есть тройной тебе талак, или 3 талака тебе, или талак, талак, талак. Есть мнение, что это считается за 3 талака. Есть мнение, что это считается за 3 талака. Но есть мнение, что это не считается за 3 талака, а считается за 1. Талак бидай. То есть, почему, то есть во время Умара бин Хаттаба считали за 1 талак. Считалось, что это считается 1 талак. Теперь, отвечая на этот вопрос, то есть супруга, вот я так понял, говорит, жена говорит, я не придерживаюсь этого мнения. Но здесь вопрос не какого мнения придерживается жена, а какого мнения придерживается муж. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ат-талаку бияди раджуль», талак в руках мужчины. То есть муж дает талак жене, а не жена дает мужу талак. Это раз. Второе, хотелось бы разъяснить, то есть мнение, то, что талак ас-сулати, когда муж жене говорит 3 талака, то это считается за 1. Талак бидай, то есть этот, вот этот талак сулати считается за 1, так как это было очень распространено, особенно дальше во время Умара бин Хаттаба был этот талак распространен и считали за 1. То же самое, когда, то есть опять же спросишь у него, скажи ля иляха илляллах, обычно кто-то говорит, он говорит, что такое ля иляха илляллах, он даже не понимает, что такое ля иляха илляллах, и произнести нормально не может, ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, но зато талак он знает, может не молится, может намаз не читает, не знает, сколько раз в день нужно молиться, но 3 талака знает, другого не понимает, и думает, что если муж с женой хочет развестись, нужно обязательно 3 талака сказать, нет, если муж с женой там, дошло до того, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Абгаду л-халяли иля Аллахи ат-талак». Самое из ненавистных дозволенностей перед Всевышним – это талак. Но, однако, если он также шариан разрешен по шариату, значит, в этом тоже мудрость есть, хикма. Если дошло до этого, то есть это не те слова, когда во время ссоры нужно кричать «талак». А именно, если дошло до этого, то тогда, и он хочет развести, то он не должен говорить «талак, талак, талак» или 3 талака. Он должен сказать один раз «анти-талик», «талак тебе», «развод» и все. Теперь вернемся к вопросу. Некоторые говорят, я хотел сказать, чтобы напугать ее, или я в шутку сказал, или еще что-то. Здесь делится талак на 2 части. Если кана кавли сарих, ясное, четкое слово было, от которого невозможно понять ничего другого, кроме как развод, то даже если в шутку или человек сказал, чтобы напугать, все равно он считается за развод. Почему? Потому что саляты джидда гунна фигинна. Джид, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, 3 вещи, в этом нету игры. То есть нельзя этим словами играть. Одно из этих, что талак, развод. Если
Слово было «гайру сарих», скажем, непрямое, косвенное. Под этим можно понять, помимо развода, что-то другое. Например, иди домой, возвращайся к маме. Все, давай, саляму алейкум, прощай. То есть здесь можно много что понять. Если он скажет, у меня не было нияты, у меня не было намерения разводиться, то это не считается за развод. Но если он даже сказал, возвращайся к маме, в этот момент у него было намерение развестись, то это считается развод. То есть, вкратце еще раз повторим. Если слово четко было сказано, под этим подразумевается именно развод и больше ничего, как ты разведена, я с тобой развелся в прошедшем времени. Таллактуки. С тобой развелся. Не разведусь, а развелся. Ты талак тебе и так далее. Тут не имеет значения, было у тебя намерение пошутить, напугать, он считается за талак. Но если ты скажешь другое слово, например, под которым можно что-то другое понять, например, как возвращайся домой к маме и так далее, здесь нужно спросить, какое у тебя было намерение. Если было намерение на развод, то это считается разводом. Если не было намерения на развод, то не считается разводом. Теперь второй вопрос, опять же, отталкиваясь от талака. Есть мнение, что талак бидъи ла яка, то есть талак бидъи, это какой талак? Это когда, так скажем, у супруги были тот цикл, период месячных, если в этот момент муж жене дал талак, считается он или нет. Есть мнение, что не считается. Потом фитухрин джамаафи, то есть когда она очистилась и у них была близость, и потом сделал талак, тоже не считается. Одно из мнений, это талак бидай. Есть другое же мнение, нет, это мнение считается. Талак сакран, например, развод, астагфируллах, пьяного человека. Часто тоже приходит, говорит, вот я был пьяным и сказал талак. Считается он или нет? Да, он считается. Ученые считают для того, чтобы литадиби, чтобы его проучить. Но если он опьянел, скажем, не специально, так скажем, опьянел, например, ему там подлили, например, если такое бывает, или там шариат, он все разосмотрит, все, то есть тонкость, если ему подлили, или он выпил какое-то лекарство, это ему как бы от этого пьет, то это не считается. Но если он специально намеревался, сделал харам, пил алкоголь, и после этого дал талак, это считается. Также, если был бы пьяным и сделал какое-то преступление, его бы судили. Теперь вопрос. Дай Аллах, субхану ва тааля, чтобы меньше было талаков на земле, но однако это случается. Если муж жене дал талак, и он хочет ее вернуть. Если муж женой развелся, он ее хочет вернуть. Что ему делать? Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал, «Вальмуталлакату ятарабдасна бианфусихинна саласата куру». То есть разведенные женщины, у них есть «идда саласата куру». Три куру, «кара». «Кара» ибн Аббас сказал, «хуа тухр». То есть «кара» – это очищение. Вот если в период трех так скажем, в три цикла месячных, когда у женщины проходит, если муж жене дал талак, и он ее хочет вернуть, он ее может вернуть в периоде трех ее очищениях без никаха. То есть, например, приходит человек и говорит, я с женой развелся, дал талак, хочу ее вернуть, почитайте нам никаха. Задаешь вопрос, когда ты ей дал талак? Если он скажет, например, 5 месяцев назад, тогда да, нужно новый никах сделать, новый махар, то есть как заново полностью никах. Если он, например, скажет, я с ней неделю назад поругался, развелся, или там месяц назад, 2 месяца назад, то есть 3 еще не прошло, тогда здесь никах не нужен. Это называется талак раджи, то есть он ее может вернуть. Билкауля, уфиали, или словом, или действием. Например, словом, я тебе вернул, и она возвращается. Это что касается талака. И талак также бывает часто в гневе. Задают вопрос, талак в гневе считается он или нет. Гнев тоже бывает разный. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ля талака фил игляк. Нету талака, нету развода во время игляк. Во время игляк это сильный гнев. Когда у человека бывает состояние аффекта, он не понимает, что говорит. То есть до того он зол, до того он в таком он гневе, что, так скажем, слово само вылетает, человек не соображает, что говорит. Потом он говорит, что я сделал, что я сказал с тобой. Неужели я талак сказал? То есть не понимал то, что говорил. Но если гнев, так скажем, человек может себя держать, просто был злой и сказал талак, то он считается. Считается за развод. Поэтому, уважаемые братья и сестры, что я хотел сказать из этого общего? Мы должны быть бдительными, не спешить что-то выкрикивать, говорить, потому что часто потом человек сожалеет, а бывает такое, если это повторилось 3 раза,
То есть, например, даже если он сказал, там миллион талаков тебе считается, если за один, взять мнение, что он считается за один, потом вернул и опять развелся, потом вернул и опять развелся, все, больше он не сможет на ней жениться, пока она не выйдет замуж за другого. Если потом с ним уже разведется, потом она может вернуться. Здесь еще хотел бы дополнить одну вещь. Некоторые, астагфируллах, этим занимаются. То есть, например, три талака было, и он говорит, ей выйди замуж там, за одного-то, за другого. Потом тот говорит, ему говорит, разведись с ней и возвращайся обратно. То есть, эта игра с религией Аллаха Субхана ва Тааля, это неправильно, потому что тот никах, который, например, он хочет свою вернуть жену, но понимая, что она не может к нему вернуться только после того, как выйдет замуж за другого, и если он с ней разведется, потом только она может вернуться. Специально это делать нельзя, так скажем, там ее выдавать замуж за кого-то, потом разводить. Это называется тахлиль в шариате. То есть он ее для тебя делает халяльной. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля'на Аллаху аль-мухалляля валь-мухалляля ля». Аллах проклинает, кто этим занимается, того, кто дает свою бывшую супругу для тахлиля, чтобы выйти замуж за другого, вернуться. И тот, кто ему помогает, он тоже под проклятием Всевышнего. Потому что изначально их никах не считается никахом, а талаком. Почему? Потому что нет, не чтобы жить вместе, а нет, чтобы развестись. Нет, чтобы развестись. Поэтому имеется в виду, что после трех талаков она может к тебе вернуться, если выйдет замуж за другого, потом разведется. Если она вышла замуж там, по любви, и все как, там, как женятся обычно люди, потом, если что-то вдруг между в их семье что-то произошло, и они тоже развелись, и прошла у нее айда, вот это три очищения, и потом она хочет выйти за него замуж, вернуться, то тогда это дозволено. Валлаху а'ляму, саллаллаху аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.